прошу вам доложить, что сегодня в районе проводятся общественные слушания докладов об итогах работы учреждений социальной сферы. Это здравоохранение, социальная защита, образование и занятость населения. Значит, в президиуме присутствует руководство этих ведомств. Это Лукьяненко Екатерина Анатольевна, заместитель председателя правительства Астраханской области, министр труда и социального развития Астраханской области. Жуаляков Павел Георгиевич, министр здравоохранения Астраханской области. Поперняк Яков Николаевич, первый заместитель министра образования и науки Астраханской области. Абдуллаев Анвар Мехнуреевич, руководитель агентства по занятости населения Астраханской области. Значит, здесь присутствуют также главы сельских советов, депутаты, руководители образовательных учреждений, все представители, специалисты специальной работы сел района, представители районных и местных организаций муниципального образования, представители общественных организаций, инвалидов, ветеранов, профсоюзов, женсоветов, советов многодетных матерей, советов отцов, общественные активы сел и средства массовой информации. Значит, уважаемые... Тем не менее, она имеет важнейшее качество, это воспитательная и внеурочная деятельность. Мы неоднократно на эту тему разговаривали с руководством образования вашего района. Я абсолютно согласен с тем, что знания можно дать.